Здравствуйте, уважаемые зрители канала. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию новый выпуск на тему «Чем закончилась история российского программиста, согласившегося на пересадку головы?». В 2015 году весь мир облетела сенсационная новость. Нейрохирург из Италии готов стать профессором Франкенштейном и сделать операцию по пересадке головы. Донор тоже нашелся. Это был мужчина из российского города Владимира, страдавший синдромом Вердинга-Хоффмана. Началась подготовка к процедуре, но потом все утихло. Чем же закончилась эта история с пересадкой головы? Итак, Валерий страдал от тяжелейшего заболевания – спинально-мышечной атрофии первого типа. Еще ее называют синдромом Вердинга-Хоффмана. То есть человек сохранял ясность ума, но с самого детства у него не развивались и постепенно отказывались работать мышцы тела. Валерий мог шевелить лишь головой и пальцами рук. Однако он выучился в обычной школе, потом во Владимирском университете, став отличным программистом и изобретателем. Для себя мужчина изобрел инвалидное кресло, которое управлялось голосом. Например, он говорил «кухня», и кресло катилось в сторону кухни. Впрочем, сейчас, зная программирование, можно делать и другие интересные и полезные вещи. Умные системы, как чат-боты или музыкальные сервисы, например, «Моя волна» от Яндекс.Музыки. Это работа инженеров по машинному обучению. Они сейчас востребованы не только в IT, но и в медицине, ритейле, банках и других областях. Ведь машинное обучение проникает во все большее количество сфер жизни и бизнеса. Такие профессионалы заслуженно получают в среднем 190 тысяч рублей в месяц. Стать одним из них вы можете в ведущем техническом вузе страны НИАУ МИФИ. Он совместно с онлайн-школой Skill Factory открыл набор на онлайн-магистратуру «Машинное обучение», по окончанию которой вы получите диплом гособразца МИФИ. Важно, учеба очная, но занятия проходят в онлайн-формате. Для вас сохраняются все студенческие льготы, включая отсрочку от армии. А еще действует господдержка, при которой обучение стоит от 270 рублей в месяц. Для поступления подойдет любой диплом высшего образования, а технический опыт не важен, вас всему обучат с нуля. Вашими преподавателями будут ведущие специалисты в сфере machine learning и эксперты МИФИ. Все обучение – реальный опыт. Вы будете учиться не по скучным лекциям, а на задачах от крупных компаний, таких как Эксмо и другие, и участвовать в хакатонах, где будут задачи по глубокому и классическому машинному обучению. В качестве выпускной работы напишите диссертацию или выполните бизнес-задачу от партнеров программы. Подавайте заявку прямо сейчас, чтобы получить доступ к бесплатным подготовительным курсам и мероприятиям от МИФИ, которые помогут успешно пройти вступительные испытания в числе первых. Количество мест ограничено. Переходите по ссылке в описании или этому QR-коду, и все эти возможности станут вашими. От заболевания Валерия Спиридонова есть одно лекарство. Правда, оно из самых дорогих в мире. Доза этого препарата стоит 2 миллиона долларов и может помочь человеку только до двухлетнего возраста. Другой выход – это пересадка головы от немощного тела. Но такую операцию в реальности и на живом теле никто никогда не делал. Были эксперименты на собаках и обезьянах, но те умирали прямо на столе или чуть позже. Лишь в нескольких случаях голова прижилась, однако пациенты так и не научились нормально управлять новым телом. Тем не менее, нейрохирург из госпиталя Турина Серджио Канавера в интервью популярному журналу «Панорама» заявил о готовности пересадить голову от одного тела к другому. И речь шла о живом человеке. Конечно, трансплантологи и коллеги Канавера вместе со специалистами по реабилитации больных с травмой позвоночника скептически отнеслись к его идее. Одни говорили, мол, появился новый доктор Франкенштейн, гений. Другие же сравнивали с Давиде Ванони, который обещал излечить детей от рака, выращивая стволовые клетки при помощи крыс. То есть просто называли Канавера шарлатаном. А католическая церковь, впрочем, и православная тоже, обозначила все его работы неоевгеникой и трансгуманизмом. Российский хирург Борис Гайдар тоже высказал весьма интересные мысли по этому поводу. Павлов пересаживал вторую голову. А вообще нужно почитать классиков. Например, роман «Голова профессора Доуэля Беляева». Я же считаю, что это афера. Ни один разумный хирург не может пойти на такой шаг. Это не проблема медицины, здесь все совершенно другое. Я считаю, что эти планы – афера чистейшей воды. Павлов пересаживал вторую голову собаке, они обе питались. На пути жизни головы на чужом теле много биологических барьеров, которые мы не можем преодолеть. А Канавера в 2015 году был уверен, что в 2017 пересадка головы станет совершенно обычным делом. Как видите, он ошибался.
Но если посмотреть на расчеты, все могло бы быть. Вот смотрите, намеченная им операция, получившая название «Хивен Хеменай» — «Небо-близнецы», должна занять около 40 часов. В ней приняли бы участие до 100 человек общего персонала, врачей разного профиля, хирургов, медсестер. Стоимость этого проекта эксперты оценили примерно в 14 миллионов долларов по курсу 2015 года, то есть свыше 1,5 миллиардов рублей. Канавера внимательно изучил исследования американца Роберта Уайта, проводившего аналогичные опыты в 1970-х годах на обезьянах. Итальянец считал, что если скрестить опыт Уайта с современными нанотехнологиями, все получится. Супер-нано-нож для операции и наномолекулярный клей для того, чтобы срастить нервные окончания – это залог успеха мероприятия. Доктор отверг все возражения специалистов по реабилитации пациентов, перенесших травму позвоночника, которые уверены в невозможности сращивания верхних отделов спинного мозга. А на слова представителей церкви ответила, что ничего страшного, ведь голова тела донора будет сразу кремирована и похоронена по желанию усопшего. В общем, Канавера был уверен в том, что помимо помощи обездвиженным больным, его метод позволит получить пожилым реципиентам и вторую молодость. Поскольку кровь и гормоны от более молодого тела оздоровят не только старый мозг, но и мышцы, кожу лица. Кстати, проблем с телами-донорами не было. Многие готовы завещать свои останки после смерти, но желающих отдать свою голову, напротив, было меньше. И тут появился Валерий Спиридонов, согласившийся на первую в мире операцию по пересадке головы. Он, услышав про заявление итальянского нейрохирурга, сам к нему обратился, потому что у парня не оставалось никакой надежды на нормальную жизнь, а тут хоть что-то. Его, конечно же, отговаривали, но он никого не стал слушать. Валерий Спиридонов всю свою жизнь провел в инвалидной коляске. Родителей мальчика в далеком 1984 году врачи огорошили диагнозом: «У вашего ребенка болезнь Вердинга-Хоффмана, и он не проживет даже 2 лет». Валера практически не шевелил ножками, не мог сидеть, ронял головку на грудь. Но он продолжал жить, ломая медицинские догмы. Отучился в универе на дневном отделении, а потом поехал в США получать второе образование. Сейчас парень помогает детям-инвалидам. Во владимирских школах внедряются программы дистанционного обучения, которые Валерий разработал лично. Также он был членом Молодежной думы Владимирской области, помощником депутата местного законодательного собрания, участником нескольких молодежных форумов «Селигер». И он решился на операцию. Серджио Канавера объяснил Спиридонову, что донорами нового тела могут стать люди, погибшие из-за травм головного мозга или казненные преступники. Особого выбора нет, так как шансов, что все пройдет успешно, что будет полная совместимость по крови и тканям, 1 к 17 тысячам. Валера же считал, что при любом исходе он поможет науке. Но потом операция отложилась на несколько лет. Не оказалось нужного штата специалистов и нужных органов, ведь требовалась не только голова, еще необходимы были деньги. Спонсоры сомневались в успешности этой операции и не хотели, чтобы за их огромные средства человек скончался под ножом хирурга. Некоторые даже полагали, что Серджио – мошенник, что получит деньги и скроется. Тем не менее, в 2017-м на связь с Канавера вышли китайцы и предложили оплатить эксперимент. Правда, выдвинули условия. Первым пациентом должен стать только гражданин Китая, 66-летний мужчина с таким же диагнозом, как у Спиридонова. Серджио Канавера свою операцию все-таки провел, но на мертвом теле. В 2017 году он пересадил голову в тестовом режиме и вроде бы успешно. Врач смог соединить позвонки, кровеносные сосуды и нервы подопытного тела. А вот Валерий от операции отказался. После учебы в американском университете он остался в Америке, спокойно живет на берегу океана во Флориде. Вопреки самым пессимистичным прогнозам медиков, обещавшим Валерии не более 30 лет жизни, наш герой дожил уже до 41. Он женился на красивой девушке Насте, которую встретил еще в Москве. Анастасия занималась в компании Спиридонова вопросами поставок сложной техники, в том числе медицинской, что подходило бы для операции Валеры. Интересовалась его историей, на этой теме молодые и сблизились. В их семье даже родился ребенок, сын. В планах есть и еще один. Подозреваю, что без ЭКО Настя не обошлась, ведь болезнь Валерия никуда не делась. Он также не может пошевелить даже ногой. Валера занимается в Америке проблемами робототехники, созданием искусственного интеллекта, получает огромные деньги. И теперь рисковать своей успешной жизнью уже не намерен. Спиридонов опубликовал книгу «Пересадка головы. Воспоминания до и после», где подробно описал всю подготовку к несостоявшейся громкой операции, а также рассказал детально обо всех причинах ее отмены.
Вот некоторые выдержки из книги. Поясню всю картину, чтобы была однозначно понятна моя позиция, так как она трактовалась по-разному. Кто-то даже предполагал, что операция не состоялась только лишь потому, что я отказался. Причина вовсе не в моем решении сосредоточиться на своих делах, это следствие сложившейся ситуации. Все дело в том, что операция по пересадке головы не смогла быть осуществлена в силу множества причин. Проведение эксперимента замедлилось еще и из-за неготовности общества, правовой и материальной базы. Итак, Спиридонов считает, что никто из людей, способных дать разрешение об обеспечении проекта Канавера необходимым, не подтвердил своей готовности публично. Это и стало причиной переноса процедуры с декабря 2017 года на неопределенный срок. Тем не менее, сейчас Валерий все еще полностью не отказывается от мысли сделать операцию. Хотя кажется, что это в большей степени не из-за желания пересадить голову, а для того, чтобы подольше удерживать внимание к своей персоне. Вот что он пишет. «Когда мне станет известно, что к операции все готово, что значительная часть научного сообщества убеждена в успехе, основываясь на результатах опытов на животных, а полиэтиленгликоль активно применяется в лечении повреждений позвоночника, тогда я рассмотрю дальнейшие перспективы своего участия в эксперименте». Сейчас он поддерживает свое здоровье обычными способами, вовремя делает прививки и регулярно диагностику, принимает витамины. Благотворно влияют, конечно же, солнце, океан и свежий воздух. А еще Валера любит французское вино и сигары, считая, что хорошее настроение – ключевой фактор в деле поправки здоровья. С доктором Канавера он не общался больше 3 лет. Очевидно, что больше общих планов им строить не придется. Тем не менее, Валерий уверен, что исследования в направлении возможности пересадки головы необходимы и продолжают осуществляться. Не исключено, что у доктора Канавера и его китайского коллеги доктора Рена что-то получилось. Возможно, даже больше, чем планировалось изначально. Спиридонов считает, что в сегодняшнем мире упускать таких людей, как Канавера, из поля видимости – это делать серьезную ошибку. Ведь где-то может внезапно появиться технология, способная изменить, например, ход войны. Сам же Валерий ничего уже не боится. Жизнь, она одна. Он довольно регулярно переезжает с места на место, хотя успел прикупить шикарный дом во Флориде. Ему нравится постоянно перемещаться и не засиживаться на одном месте. И он допускает, что Штаты для его семьи тоже не конечная остановка. Валерий Спиридонов гипотетически все так же остается вторым кандидатом на трансплантологию головы после гражданина Китая. Ведь не исключено, что Серджио Канавера добьется успеха. Поэтому Валерий вполне может передумать в будущем. Некоторые ученые тоже считают, что подобные операции станут возможны к 2050 году. Трансплантация головы может стать рутинной, как сейчас это происходит с внутренними органами. Но есть, конечно же, и сомнения в этом. Часть медиков утверждает, что врачи никогда не смогут сделать полноценную пересадку головы, потому что каждое тело имеет индивидуальную нейросеть регуляции гомеостаза. То есть голова просто не сможет поддерживать гомеостаз чужого тела. По причине высокой уникальности прокладки аксонов, также невозможно срастить нервы из головы с нервами из тела, потому что нет одинаковых по назначению. Хирурги знают, что если при переломах верхних отделов позвоночника большая часть аксонов порвана, то не удается восстановить не только движение, но и жизнеспособность организма. Вот так. Что до Валерия, его жаль, конечно. Однако при всем этом им можно и восторгаться, так как человек имеет большую силу воли. Он при своем недуге смог реализовать себя и как профессионал, и как мужчина, и даже как отец. Возможно, Валерий Спиридонов в итоге сделал правильный выбор и решил больше не спорить с судьбой, в конце концов вытянув козырную карту. Для того, чтобы посмотреть и узнать еще больше интересных фактов неизвестной истории России, подпишись на канал и поставь лайк. Мы постараемся донести до каждого зрителя настоящую неизвестную историю России.